Йоргос любит меня, я чувствую. Помоги мне, а я уговорю отца отпустить тебя на прослушивание в Венскую консерваторию. Я пишу с корабля Либерти на пути в Грецию. А ну отдай. Йоргос. Подари сеньору Фелисиану долгожданного внука. Я поступаю в Венскую консерваторию. С Йоргосом все равно ничего бы не вышло. Я вернулась. Папа, я совершила ошибку. Что это? Где Эвридика? Я хочу поговорить с сестрой. Она в Европе, в Австрии. Учится там, где всегда мечтала. Ты мне больше не дочь. Мне некуда идти. Мне некуда идти! Иди через черный ход. Я беременна. Доктор сказал, что ты как будто не очень рада. Забудь о своей сестре. Забудься о сыне, ему ты нужнее. Ты целыми днями думаешь о покойнице. А что не так? Она точно не пыталась вернуться в Рио? Иначе мы бы нашли друг друга, сеньор Марседо. Ты не представляешь, как мне тебя не хватает. Вот если бы вернуть прошлое. Невидимая жизнь Эвридики.